Команда разработчиков презентовала проект «Кадровый потенциал Самарской области». Он направлен на создание информационной экосистемы для всех активных граждан. В ней предусмотрены инструменты для повышения квалификации участников, а также перспективы трудоустройства. Над проектом работали финалисты всероссийского конкурса «Лидеры России», участники кадрового резерва. Инициативу рабочей группы одобрил глава региона Дмитрий Азаров. Следующий шаг – наладить взаимодействие с представителями заинтересованных сторон от бизнеса, кадровых резервов разного уровня, госучреждений.